Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Kia Cerato. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую, обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим данный компонент с пульверизатора. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы обрабатываем штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Так выглядят наши жидкие подкрылки, шумоизоляция локеров на автомобиле. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!